Всем привет! Сегодня у нас ужин на скорую руку. Картофельная запеканка с куриным филе. Получается быстро, красиво и самое главное вкусно. Для этого блюда нам понадобится 1 кг картофеля, нарезанный круглыми ломтиками. 2 небольшие луковицы и сыр сулугуни около 200 грамм. 3 небольших яйца и куриное филе. Куриного филе я взяла 2 дольки и нарезала его небольшими кусочками. Болгарский сладкий перец. Он у меня крупный, поэтому я взяла 1. Я замораживала его на зиму, поделив на 4 дольки. И вот теперь эти дольки я нарезаю соломками. 200 грамм молока и столько же растительного масла. Вместо молока можно взять кефир либо сливки. Ну и конечно же соль и специи на вкус. У меня паприка, кориандр и черный перец. В небольшой чашке соединим молоко и яйца. Добавим к нему соль и специи. Посуду для запекания смажем маслом и начнем выкладывать слои. На каждый слой я буду выкладывать лук, поэтому я разделила его на 3 части, а болгарский перец на 2. Первым слоем у меня будет картофель. Немного лука и болгарского перца выложим поверх картофеля. Покроем этот слой кусочками куриного филе, а поверх филе снова лук и болгарский перец. Ну и последним слоем снова выкладываем картофель. Выкладываем сверху оставшийся лук и заливаем это все нашим молочным маринадом. Здесь у нас все необходимые специи, поэтому слои мы не солили и не перчили. Соус отлично пропитает все слои, и блюдо впитает в себя все необходимые вкусы. Теперь покроем всю эту красоту потертым сыром. У меня сыр сулугуни. Заливаем растительным маслом, накрываем сверху фольгой либо пергаментной бумагой и отправляем в духовку. Выпекаем до полной готовности около 40 минут при 180 градусах. Буквально за 5 минут до готовности вынимаем форму из духовки, снимаем фольгу или пергамент и выпекаем еще 5-6 минут до тех пор, пока поверхность не обретет слегка золотистый оттенок. Вот такая аппетитная и вкусная получилась у нас запеканка. Минимум продуктов, минимум труда, а в итоге вкусное и сытное блюдо. Всем хорошего дня. Берегите себя и будьте здоровы.